Сочинский центральный таможенный пост расположен в самом сердце международной круизной гавани курорта. Это здание было возведено в период подготовки к Олимпиаде с целью обеспечения функционирования иностранных круизных лайнеров для проживания гостей. Именно тогда с порта Меретинский сюда и был перемещен личный состав сочинской таможни. Переезд в центр города шел параллельно с выполнением ответственной работы. В то время, когда наши спортсмены завоевывали награды, а тысячи людей ехали в Сочи поболеть за атлетов, таможенники создавали надежные барьеры на пути международной преступности, предотвращая контрабанду и пресекая нарушения таможенного законодательства. 2015 был поспокойнее, но все же богатым на события международного уровня. Проходили различные спортивные чемпионаты и королевские гонки. Только в период Формулы-1 было оформлено 600 тонн грузов, а таможенный контроль прошли более 3000 человек. Задачи, которые стояли перед таможней непосредственно в 2015 году, мы, в общем-то, выполнили. Самое главное, мы справились с нашим заданием по перечислению денежных средств в бюджет. Немножко даже перевыполнили это задание. Поэтому с оптимизмом встретили и 2016, ну и надеемся, в этом году мы тоже с этими задачами справимся. Также наш курорт принимает множество событий и по взаимодействию между таможенными службами разных стран. В ходе таких международных встреч решаются вопросы по дальнейшему совершенствованию таможенного администрирования, правового регулирования, информационного и правоохранительного взаимодействия, а также рассматриваются перспективы дальнейшего сотрудничества. А сегодня, продолжая работать на благо курорта и страны в целом, таможенники отмечают свой профессиональный проект. Праздник – Международный день таможенника. Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить и наших коллег за границей, наших коллег в странах ближнего зарубежья и, конечно, должностных лиц всех таможенных органов России и сочинской таможни с этим днем. И пожелать всего самого лучшего в наступившем для нас еще одном новом году и успехов в выполнении задач, которые стоят перед таможенными службами. В зимнее время сотрудники Сочинского центрального таможенного поста в основном заняты бумажной волокитой. У морских ворот курорта каникулы. Зеленые и красные коридоры спят, но контроль за безопасностью гавани ведется постоянно. Вот личный состав других таможенных постов в аэропорту и на многостороннем автомобильном посту Адлер продолжает свою активную деятельность, совмещая свой праздник и снежное настроение со службой Родине. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.